Сырне, слушай приказ командира морского тральщика Владимир Емельянов от 14 ноября 2019 года номер 245. Несмотря на нехватку в военно-морском флоте Российской Федерации квалифицированных кадров, имеются случаи недобросовестного исполнения своих обязанностей. Так, в результате простых, но неумелых движений лейтенанта Шаповала Александра Валерьевича 14 ноября 2019 года в 6:30 жена Шаповал Ева Александровна вместо будущего защитника Родины родила девочку Евгению весом 4 килограмма и ростом 51 сантиметр. Приказываю за недобросовестное исполнение своих обязанностей по укомплектованию и укреплению славного флота российского поздравить лейтенанта Шаповала Александра Валерьевича с рождением дочери. Лейтенанта Шаповала Александра Валерьевича выбросить за борт в Балтийском море на 42 градуса 44 минуты 5 северной широты и 131 градуса 22 и 30 восточной долготы выдать 100 грамм водки. В дальнейшем считать его крокодилом до исправления. Приказ довести до всего личного состава привести в исполнение немедленно. Прошу разрешения. Добро. Спасательный жилет. Одеть. Быстро. Там есть. Готов, товарищ командир. Все, на руки. Взяли. Берите больше, чем берите. Бери калаш, и пошел! Давай! Место, отошли все! Есть! Давай! За дочку! Давай, ура! Привет. Ура! Ура!